Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самайуктам Бинда Банам Манухарам Банша калпатару вашчаки пасинду бхавача патитананг павоне бхавишна вибью намо намаха мукан кароти вачаланг пангунланг хетгрим ятки патамаханг банди парамананду маду биндавай тулсидев вайпиявай кесвасач Шна бхакти паде деви сатва ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девинг сарасватинг васам тато жайо мудире Санкиртане кишна катхо пудеше Гаурия патрашо пракасане ча Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баран Дхейям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатвихам Панатапал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаруна Арбиндам Ятпада Паллаванакачандамани Чатая Биспуриджи такимипикуводушвадарши Пурнанурагра сасагра сарамурти Сарадхикамай кадам кипам каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита фужау канака бодато Санкиртаной капитаро камала аютакшо Вишам бару дижа бару джугадхарма пало Банде жагат прия кару Каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхаван Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Парам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги саджушо бадоне Лакшмир жасо ча вакшаси Джасьясте хиде самби Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Калоун Раджан
jagatam param gurum tilokanathanatopadupankajam prayenamarta bhagavantam achyutam yakshanti vasandra bivinna chetasa kalun rajan jagatam param gurum tilokanathanatopadupankajam prayenamarta bhagavantam achyutam Yakshanti pasanda bivinna chetasa Gaudiya Gosthipati Шришила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: люди думают, что Вриндаван Дас Такур Махашай не может даровать милость, что он безжалостный. Они думают так, потому что Вриндаван Дас Такур говорит в своей книге: если услышав все слова Нитьянанды Прабху, они не уверовали в него, я пну их, ударю ногой по голове. Получив так много свидетельств, если люди не обрели веру, если они будут продолжать критиковать Нитьянанду, я готов пнуть их по голове. Прабхупад говорит, что большинство людей не осознают, насколько огромная милость Вриндавана Дас Такура. Это милость непостижимая. Они выдвигают свои доводы. Как может тот, кто угрожает ударить, быть смиренным? Они думают, что смирение — это сладостные слова, льстивые слова. Это в действительности является концепцией настоящего времени. Мы считаем смиренными тех, кто льстит, кто говорит добрые слова, так называемые добрые слова. Прабхупад объясняет, что Вриндаван Дас Такур Махашая привел столько свидетельств, столько доказательств для того, чтобы мы поняли, что Гауранга Махапрабху и Нитьянанда Прабху не зашли в этот мир. Чтобы даровать нам милость, тем же самым занимался Вриндаван Дас Такур. Он привел столько доказательств этому. В Кали люди поглощены Майей. Они не хотят поклоняться Верховному Господу и даже думать о Нем. Это поразительно. Они не хотят совершать Харинама Санкиртану. Именно поэтому Вриндаван Дас Такур хотел пролить на них особую милость, ударив их по голове ногой. Потому что он знал, что благодаря этому грязный ум дживы изменится. Как из шастры мы знаем, не получив, не умастив свою
голову пылью с лотосных стоп вайшнавов, мы не сможем изменить свое сердце. Этому существует много подтверждений в шастрах. Без пыли с лотосных стоп гуру наше сердце не изменится. Именно поэтому Вриндаван Дас Такур желает пролить на нас особую милость. Но мы воспринимаем ее как нечто противоположное. В то же время Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: When Vrindavandas Krishnadas Kaviraj Goswami is speaking this way, then people thinking, oh, it's okay. He's going to think, I am more inferior than the... Когда Кришнадас Госвами произносит эти слова, этот стих, в котором говорится, что он ниже червей в испражнениях, люди воспринимают это действительно как за смирение. Они считают, что это и есть единственное проявление смирения. Но люди, которые гордятся собственным положением, воспринимают его из-за этих слов таким недостойным, воспринимают его из-за его слов недостойным их внимания. Они думают, почему это мы должны слушать от такого падшего человека. Прабхупад объясняет, что несмотря на то, что Кришнадас Кавирадж Госвами говорит о себе таким образом, необходимо помнить о том, что он является вечным спутником Радхарани. Это такое проявление смирения также является сложным для понимания обычных людей. Но, тем не менее, думать, что Кришнадас Кавирадж Госвами выражает смирение, он смиренен, а Вриндаван Дас Такур, напротив, с высокомерием говорит подобное, это неправильно. В действительности, они говорят об одном и том же. Они выражают одно и то же настроение. Когда он говорит, что я пну вас в голову, пну по голове, это говорит о том, что он по-настоящему смиренен, поскольку без подлинного смирения мы не сможем смело говорить абсолютную истину. А это именно то, чем занимается Вриндаван Дас Такур. Именно то, что делает, утверждая подобное Вриндаван Дас Такур. Поскольку он выражает такое настроение, это служит доказательством того, что он необыкновенно смиренен. Who can speak Prabhupada speaking? Those who are not established in Trinadapi. Прабхупад объясняет, что те, кто не обрели смирение, не установились в Тринадапи, не смогут проповедовать абсолютную истину, говорить о ней абсолютным образом. Лишь тот, кто
является полным шаранагатой, может говорить об абсолютной истине. В противном случае, человек не сможет этого делать. Тот, кто хочет славы, почета, положения, не сможет говорить абсолютную истину. Как вчера мы говорили, Вриндаван Дас Такур Махашая написал Чайтанья Бхагавату. Первоначальное название Чайтанья Мангала, но затем она была переименована. По желанию Нарайнима. Она стала известна как Чайтанья Бхагавата. Потому что Лочан Дас Такур уже написал книгу под названием «Чайтанья Мангала». Для того, чтобы не путать людей, для того, чтобы это было, то есть для большего удобства, ее переименовали. Каждый раз в своей вандане я произношу этот стих. Эта шлока написана Вриндаван Дас Такур Махашаем. Это первый стих, это самое начало Чайтанья Бхагаваты, Мангала Чарана, Адам Ламбита Буджоу. В этом стихе говорится о том, что и Махапрабху, и Нитьянанда Прабху принесли в этот мир Сангиртана Ягью. Они обладают одинаковым цвет кожи, их одинаков. Тем не менее, Гауранга их руки достигают колен. Но в этом стихе, помимо всего, содержится одно глубокое замечание. Вриндаван Дас Такур Махашай говорит о том, что несмотря на то, что Махапрабху является верховной личностью Бога, он выражает настроение Вишая Виграхи. Радхарани принимает образ Ашрая Виграхи в своем золотом и Вриндаван Дас Такур говорит, несмотря на то, что оба они являются верховной личностью Бога, они играют роль преданного, того, кто готов постоянно служить.
Как я уже говорил вчера, несмотря на то, что Баладжи Махарадж является Вишая Виграхой, в нем преобладает настроение Ашрая Виграхи. Несмотря на то, что Баладжи Махарадж является Вишая Виграхой, он являет Ашрая Виграха Лилу, то есть он совершает свой танец раса. Питароу означает Пита означает отец. И отец любит своих детей. И в этом стихе используется санкиртнака питароу. То есть речь идет о Нитьянанде и о Гауранге. И они являются родоначальниками санкиртна яги. Они пришли сюда, чтобы установить санкиртна ягью. Конечно, санкиртана ягья вечно существует в трансцендентном мире. Как говорила вчера, некоторые могут думать, что в Сатья-югу санкиртана не так эффективна. Потому что говорили же мы вчера, что для Сатья-юги существует определенный процесс совершенствования. Это медитация. Да, это действительно так. В Трета-югу это ягья. Два пара йога. Это арчана, поклонение божествам. А векали — это санкиртана. Таково предписание шастр. Тем не менее, Прабхупада объясняет, нужно это понимать правильно. Если в сати югу я буду совершать санкиртна, это не значит, что я не достигну успеха. Да, предписание шастр есть, что главный процесс сати-югу — это медитация. Но это не означает, что если в сати-югу человек совершает санкиртну, он не достигнет успеха. Это абсолютно неправильно думать так. Век Кали опасен. Он полон раздоров и противоречий. Так вот, если в этот страшный век нама санкиртна так эффективна, почему она не будет работать в сатья-йогу? Это высшее лекарство, это трансцендентная панацея. В
Векали — это... То есть если даже векали — это лекарство, а лекарство Харинама так эффективно, что же говорить о сатья-йоге? Оно гораздо более способствует продвижению, даже чем медитация. Век сатья-йогу, люди жили один лак, то есть долгое время. А в Веккали люди не могут прожить даже 100 лет. В 60, даже в 46 люди умирают. Канаприя Бабаджи Махарадж прожил долго, был на этой земле долго. Шрила Бхакти Прамад Пури Госвами Махарадж. Но не каждый. Живет так долго. Итак, Харинам Санкиртна эффективно как для Сатья-йоги, так для Трета-йоги, так для Топара-йоги и, конечно же, для Кали-йоги. Харинам Санкиртна в действительности это лучшая из медитаций, об этом говорит Прабхупад. Не нужно уходить в горы, в Гималаи, в пещеры. Для медитации. Харинам Санкиртна — это лучшая медитация. Когда вы рассказываете Харикатху, ваш ум должен быть сосредоточен на лотосных стопах Господа. Помимо этого, Санкиртна является лучшей ягией и лучшей арчаной. Божества может и не быть, но я поклоняюсь Божеству, поклоняюсь святому имени в сердце. Итак, Санкиртна — это лучшее служение Бхагавану. Веккали Господу поклоняются при помощи Нама Санкиртана. Об этом мы будем говорить в деталях завтра. Сейчас я приведу свидетельство, доказательство. Век в Сатья-йогу. Бали Махарадж проводил ягью, и она была остановлена, потревожена. Тогда Шукрачарья начал произносить следующие слова. То есть уже в Сатья-йогу существовало это знание. Особенность яги заключается в том, что если вы проводите ее совершенным образом, в действительности не должно быть ни единой ошибки в произношении. Все предметы, используемые в яге, должны быть абсолютно чисты.
если вы допустите какую-то оплошность, все результаты яги станут противоположными. Недавно в Раджастане проводили огромную ягью, но из-за каких-то недостатков, из-за каких-то оплошностей она не принесла желаемых результатов. Но благодаря санкиртна-яге можно достичь всех желаемых результатов, которые пытаются достичь при помощи яги. Что же такое санкиртана? Это объединенное воспевание святого имени, когда вы и я, все мы объединяемся и поем святые имена Господа. Саманкиртан, еще второе значение — это совершенное воспевание святого имени. Когда нет осквернения, когда чист, абсолютно чист киртан, который я воспеваю. И такая чистая санкиртна приносит полное удовлетворение Нитянанде и Гауранге, Гуру Варге. Когда звучит чистая харикатха, это доставляет удовольствие Гауранге и Нитянанде. Но когда она радует обычных людей и начинает хлопать, это еще не говорит о том, что она является чистой. То есть харикатха должна быть направлена на удовлетворение Господа, а не обычных людей. Итак, санкиртана должна быть направлена на то, чтобы доставить удовольствие Гауранге и Нитянанде. Если век Кали, вы будете совершать уединенный баджан, возникнет много проблем. Я иногда думаю о том, чтобы построить храм. Но я знаю, что если я сделаю это, я больше не смогу рассказывать харикатху. Если вы, ведя уединенный образ жизни постоянно, будете сосредоточены на харикатхе, тогда проблем не будет. Но в то же время с проблемой можно столкнуться и объединившись в объединенном обществе. То есть в обществе члены этого общества могут начать чувствовать влечение друг к другу. Возникнет много волнений в голове. Итак, идя по обоим путям, можно столкнуться с проблемами. Лишь тот, кто на 100% предан лотосным стопам гуру и вайшнавов, их избегут. И самый лучший образ, когда вы постоянно заняты служением, на какое-то время объединяетесь вместе, а затем продолжаете его совершение, осуществление. Тем не менее, в век Кали уединенный баджан невозможен. Но если есть преданные, которые... Я сейчас не говорю о чистых преданных, о сиддха махатмах. Я говорю о тех преданных, с которыми у вас хотя бы единое настроение. Схожее настроение. Рупа Госвами пишет Бхакти Расамрита Синду.
что когда вы объединяетесь с другими преданными, когда вы собираетесь где-то в одном месте и делитесь своими переживаниями в отношении преданного служения, это и есть санга, это и есть общение. Но если вы делитесь с какой-то падшей душой, это создаст проблему. То есть имеется в виду, что необходимо близко общаться с теми, кто обладает схожим с нами настроением. Что и ваши желания практически едины. То есть вы хотите совершать баджан, и они также хотят. То есть все мы здесь собрались, все мы хотим познать Сиддханту, хотим совершать баджан. Но если сердце осквернено, если кто-то хочет рассказывать харикатху для того, чтобы получить почет и деньги, это общение с таким человеком, сатсангой, назвать невозможно. Я знаю, что некоторые дают пожертвования с настроением разбогатеть. Они думают, что если сейчас они пожертвуют, то в будущем они получат в десятки раз больше. Итак, Махапрабху учит нас санкиртана-яги в кругу преданных, объединившись со всеми преданными. Но имейте в виду, что окружение читания Махапрабху не были падшими душами. Все они были его личными спутниками, возвышенными преданными. Сарамбам Бхатачарья сам Брихаспати. Об этом поговорим вечером. Он выступил против санкиртаны. Пракашананда выступил против. И после того, как Сарвабхаума Бхаттачарья выразил свое недовольство, Махапрабху уже не совершал санкиртану в его доме. Можете себе представить, что даже Джагай и Мадай в конечном счете начали совершать харинама санкиртану. Насколько милостива она. Но прежде всего нам необходимо иметь четкое представление о том, что такое санкиртана яги. Санкиртан Пита. Эти слова означают, что и Господь Чайтанья, и Господь Нитянанда являются отцами санкиртаны. И совершенно неправильно думать, что санкиртана яги допустима и работает лишь в Кали-югу. Нет, она эффективна, благоприятна, благодейственна для каждого века, для каждой эпохи. Where from Pullad Maharaj speaking? Mutirna Krishna Paradushato. Are Krishna came in, Dapar Yug. Why Pullad Maharaj in Satya Yug speaking like that, like foolish? Eternally present. Кришна пришел два пара йогу, но еще до этого Прохлад Махарадж прославляет воспевание святого имени. Почему же? Как это объяснить? Потому что святое имя эффективно для каждого, для любого времени. Оно вечно существует, вечно трансцендентно и... In Sanskrit, aksha means akhi, aksha means eyes. Kamalaya taksha. Далее акша. Акша на санскрите означает глаза. Камалая лотос. Камалая такша. Как лепестки, их глаза подобны лепесткам лотоса. Вишвамбара.
Почему Гаурангу называли Вишвамбара? Как мы знаем, его нарекли этим именем, тем не менее, это его вечное слово. В Шримад-Бхагаватам повсеместно упоминается это имя. Кришна также является Вишвамбарой. Чайтанья, сам Чайтанья Махапрабху — это Кришна. Итак, Вишвамбарау, также указание на обоих, и Чайтанья Махапрабху, и Нитянанду, все они поддерживают этот материальный мир. Именно так переводится это имя, то есть такого значения это имени. Тот, кто поддерживает все миры, трансцендентные и материальные. Вишвамбар. Как понять это значение этого имени? К примеру, мой отец поддерживает меня, он платит за мои расходы. Это говорит о том, что он заботится обо мне. Он поддерживает мое существование. Как патронаж. То есть, когда родитель заботится, к примеру, родитель заботится о своем ребенке. Точно так же Гауранга и Нитянанда поддерживают все миры, как Пракрита, так и Апракрита. Двиджа. Означает, что тот, кто получает мантру, становится дважды рожденным. Гайтри мантры. Двиджа самскара разрешена тем, кто находится, родился как вайшья, кшатрия или браман. При условии, что они будут следовать стандартам. Даже рожденный в браманической семье мальчик, если он не принимает правила повторения Гаятри мантры, его, к нему относятся как к шудре. То есть, если он не живет в соответствии с стандартами брамана, к нему относятся как к шудре. Именно поэтому в шастрах сказано: по рождению каждый является шудрой. Все рождаются шудрами. Даже те дети, которые рождаются в браманической семье. Пока такой человек не получит самскару, то есть не получит посвящение, он считается шудрой. And here, dijo, this meaning is also very important. Dijo, dijo actually I already told those who are already taking sanskara to change their life and going to step into Brahmanism. Говорил, двиджа называется тот, кто получил мантры Гайтри. Nityananda and Gauranga Mahaprabhu, that's Supreme Lord. You can find in Bhagavatam, Bhagavan is going to call, show causeless mercy to В Бхагаватам сказано, что Бхагаван распространяет беспричинную милость всем живым существам. Bhagavan appeared in the
К примеру, он принял облик матси-аватары, рыбы. И тем самым он пролил милость на подводных жителей. Тем, приняв такой облик, он тем самым показывает, что я с вами, то есть я и к вам расположен. Следующее воплощение Господа было как воплощение черепахи. Он мог жить и в воде, и на суше. Слышали когда-нибудь о слонах, которые особая разновидность слонов, которые могут жить как в воде, так и на суше? Также Бхагаван принял облик кабана. Облик полулюва, получеловека. Таким образом, мы не можем говорить, что Бхагаван пристрастен, что он расположен только к определенным живым существам, к примеру, к людям. Нет, он благосклонен к всем и каждому. Принимая разные облики, он дает понять всем живым существам, что я с вами, я не объявляю вас своей милостью. И Бхагаван также принял облик преданного. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья спросил, встретившись со слугой Ишвары Парипада, то есть он пришел к Махапрабху и предложил поклоны Махапрабху. Сказал, я слуга Ишварапури. Прежде чем покинуть тело, мой духовный учитель дал мне наставление служить тебе. Это был Говинда. Махапрабху задал вопрос Сарвабхауме, что же мне теперь делать? Ведь он слуга моего гуру, соответственно, я должен поклоняться ему. В шастрах сказано это. Вы должны запомнить этот стих. Каждый подлинный слуга гуру является моим господином. Я должен поклоняться ему так же, как своему духовному учителю. Так что же делать, размышлял Махапрабху, как я могу? Я должен поклоняться ему, но в то же время мой духовный учитель дал ему наставление служить мне. Как, что же мне делать? Я в глубоком замешательстве. На это Сарвабхаума Бхаттачарья сказал, мы должны прежде всего исполнить наставление духовного учителя. И поскольку он сказал тебе принимать от него служение, ты должен это сделать. Но затем Сарвабхаума Бхаттачарья задался вопросом, почему Ишвара Парипад принял этого шудру себе в слуги? Он задал этот вопрос Махапрабху. Махапрабху
В ответ Махапрабху сказал, в Бхагавата-дхарме, в Атма-дхарме не существует никаких различий между живыми существами. Я просто должен следовать наставлениям своего духовного учителя. Я не должен размышлять, что вот Рагунадас Госвами родился как... То есть его происхождение было не таким высоким. И так далее. Итак, в действительности, деяния чистых преданных, гуру, вайшнавов, нельзя рассматривать с материальной точки зрения. Они выходят за мирские рамки правил. За рамки мирских правил. То же самое произошло, когда Махапрабху отправился в Матхуру. Он там встретился с Саунули Брахманом, и вместе они танцевали от счастья. Саунули Брахман спросил, «Мне кажется, что ты как-то связан с Мадхавендра Пурипадой». Или с Ишвара Пурипада. Он говорит, да, я ученик Ишвара Пурипада. Мадхавендра Пурипада. И Махапрабху, и тот начал предлагать поклоны Махапрабху. Но Махапрабху сказал, нет, ты представитель моей Гуру Варги, я не приму от тебя поклонов. Vrindavan Dham Parikram, then he came here in Mathura, he met with me, he took chapati. Этот Саунули Брахман пришел во Вриндаван, чтобы совершать парикраму, и встретился с Махапрабху в Матхуре. Они хотели принять прасад вместе. Он приготовил чапати, и Махапрабху попросил у него их, но Саунули Брахман сказал, я принадлежу к очень низкому сословию. Мое рождение очень низко, порождение очень низок, поэтому если я сейчас угощу тебя этими лепешками, все будут критиковать и меня, и тебя. Но Махапрабху настоял и совершенно не брал во внимание его происхождение. Несмотря на то, что с внешней точки зрения Говинда относится к шудрам, он является брахманом высшего уровня. И точно так же Харидас Такур якобы с мусульманской семьи, но в действительности он превосходит всех брахманов. Very topmost Brahman family. Nityananda Babu took birth in a Maithil Brahman, Maithil. Very top class Brahman. Follow. And Gauranga Mahapu took birth in a very high class Brahman. Purposely. Bhagavan purposely doing this kind of leela. So anyway, so Vishwambaro, Dijabaro, Yugadharma Palo. Very important. One word. If you can go deep into the ocean of the Siddhanta, если вы будете погружаться в глубину этой Сиддханты,
вы будете находить все больше жемчуга. На поверхности не видно, что находится в глубине, на глубине океана. Сколько там драгоценностей, сколько жемчуга? Итак, как я уже сказал, Вишвам Барау, Нитянанда и Господь Чайтанья поддерживают этот мир. Вишва плюс Бха. Это тот, кто несет, берет ответственность на себя за все миры. Также йога дхарма пала. Если вы не считаете нужным поклоняться Нитянанде и Гауранге и считаете более практичным поклонение Кали, это концепция неправильная, это полное заблуждение. Те, кто хотят поклоняться Кали, могут делать это просто свидетельствует о их положении, об их уровне развития. Они не могут осознать превосходство Гауранги и Нитянанды. Как я уже говорил, каждому веку присуща своя юга-дхарма. Более того, в каждую югу предписана определенная мантра для повторения. В особенности в Кали-югу предписано повторение Харинамы. Векали, Господь Чайтанья, Господь Нитянанда не только устанавливают юга-дхарму, но поддерживают ее распространение. Нитянанда еще в детстве совершал различные и лилы. Они разыгрывали Рамаяну. Во Вриндаване он играл с мальчиками-пастушками. А когда пришел в Нандан Ачарья Бхаван, он встретился с Гаурангой Махапрабху. И началась лила, в которой он был младшим братом Господа Чайтаньи. Итак, век Кали — это век Кали, юга-дхарма — это Харинама Санкиртана. Если не следовать ей, то невозможно обрести высшее благо. Люди признают лишь тех, кто подобен им. Камса не принимал Кришну. Ему нравилось общение с Шишупалой, с Джарасандой. То есть в них он видел своих друзей.
птицы одной стаи летают вместе. В соответствии с природой саттвы, раджи и раджи тамы, таковы и наши пристрастия. То есть, если мы находимся в тамагуне, то мы подобное окружение вокруг себя выстраиваем. Мы ищем подобных себе. Пьяницы общаются с пьяницами. То есть люди находят себе в друзья себе подобных. Чистые преданные не преследуют никаких личных интересов. Они совершенно не заинтересованы в славе, почете, деньгах. Видя, как строго порой говорят чистые преданные, люди воспринимают их как тех, кто лишен смирения. Если я буду говорить мягкие, сладкие слова, все будут любить меня. Но насколько, каково жертвоприношение вайшнавов, зная, что за этим последует, они даруют вам истинное лекарство, необходимое вам лекарство. А мы, глупцы, думаем, что им не присуще смирение. Мы думаем, что они высокомерны. Но ведь они могли бы рассказывать сладкую сиддханту и заслужить ваше расположение, деньги, славу, почет. Да они по одному щелчку могли бы получить пратиштху всего мира. Мы за ней бежим, они бегут от нее. Как это делал Мадхавендра Пурипат. Но все равно она настигла его. Разве хотел Мадхавендра Пурипат денег? Но, как мы знаем, у него в конце концов было 10 тысяч коров. Он ни о чем не просил. Но у него появились ученики, огромный храм, 10 тысяч коров. Итак, могущественные вайшнавы запросто могут получить всю пратиштху, за которую мы так жаждем. Но как мы воспринимаем вайшнавов? Мы думаем, что они лишены смирения, что они высокомерны, безжалостны. Итак, вайшнавы не преследуют никаких корыстных интересов. Так же, как не было никакой корысти у Нитьянанды, Гауранги. Это и есть настоящая милость. Но проблема в том, что нет того, кто мог бы принять эту милость. Они без всяких ожиданий раздают ее. Махапрабху говорит: в Варанаси я пришел с таким тяжеленным грузом премы,
Но кому давать, кому распространять? Я понимаю, что лучше я буду людям распространять какую-то простую первоначальную шрадху. Я пришел с таким тяжелым грузом, принес на себе прему, но распространять среди кого распространять ее? Это очень глубокая сиддханта, которую мало кто может понять из-за влияния майи. То, о чем мы говорим здесь, не какая-то дешевка, которую можно распространять на базарах. Это очень дорогое знание, которое многого стоит и которому не проявляет интерес каждый. Необходимо помнить об этих о значении шатха парата. Это и если вы видите объявление абсолютно бесплатная парикрама, не нужно принимать никаких пожертвований, не нужно просто иметь в виду бесплатно, проведем парикраму. На самом деле надо быть осторожным в отношении таких организаций, потому что откуда-то же они получают эти деньги на проведение. Они получают какие-то огромные пожертвования и якобы занимаясь благотворительностью, тратят на организацию, к примеру, парикрам, небольшой процент. Итак, таким образом, завуалированный эгоизм, якобы он отсутствует полностью, еще более опасен, чем открытая корысть. То есть в наше время отсутствие, якобы отсутствие корысти, говорит о том, что там скрыта двойная корысть. Так, вайшнавы совершенно не заинтересованы, нет у них никаких, ни в какой выгоде. Они ничего не хотят для себя. Есть огромные миссии, которые открывают больницы, занимается различного рода благотворительностью, но вы не представляете, сколько пожертвований, какие суммы они получают. И таким образом они тратят небольшой процент на открытие больниц, а все остальные деньги оставляют себе. Итак, вайшнавы избегают как эгоизма, так и его отсутствие. Имеется в виду, что вот эти два случая, которые были описаны выше. Вайшнавы. То есть вайшнавы не заинтересованы ни в одном из видов парадха, кроме как парадха парата. Это благо для вашей души. Все, что они хотят, позаботиться о вашей душе, о том, чтобы принести подлинное благо вашей душе. Ready to give you some medicine? Okay, I have done so many benefit to you.
Если, говорит Прабхупад, я хочу принести вам благо, я произведу операцию на вашем сердце и излечу вас тем самым, я вылечу, вырежу все. Пораженные органы вырежу. То есть имеется в виду, что проведу операцию, тем самым излечу вас. Парартха-парата — это бескорыстное желание помочь, которым обладает вайшнава. Я знаю, что в ответ вы меня готовы зарезать, но я продолжаю вас любить. Я действительно хочу помочь вам, я хочу высвободить вас от этой ужасной ситуации, в которой вы оказались. Гуры вайшнавы плачут, видя, как вы страдаете. В шастрах, даже в Бхагаватам сказано, как риши и муни, те, кто находится на райских планетах, они плачут, они видят, как страдают здесь люди. Они думают, что ради таких каких-то дешевых интересов, ради каких-то дешевых выгод, они готовы пожертвовать сокровенным. К примеру, Читракета Раджа. Он страдал от того, что у него не было детей. К нему пришел Нарада Муни и Ангира Риши. Как твои дела? Царь расплакался, у меня нет детей. Те ответили, но тебе по судьбе не положены дети. Нет, но не, я хочу, мне нужен ребенок. Семь жизней. На протяжении семи жизней у тебя не должно быть детей. Нечто подобное было в истории с Атмадевой, которая описана в Бхагаватам. Знаете случай с Гокарной? Гокарнаджи Махарадж. Прежде чем слушать то, что я говорю, необходимо какой-то запас знания для того, чтобы понимать. Итак, Гокарнаджи Махарадж. История Гокарнаджи Махараджа. Атмадев хотел сына, но Риши, который пришел к нему, сказал, что тебе по судьбе не положено на протяжении семи жизней иметь ребенка. Нет, мне нужен ребенок, иначе я сейчас же покончу жизнь самоубийством. Тут Риша смилостился и дал ему какой-то фрукт. Сказал, дай его своей жене, она съест и забеременеет. Но по судьбе ему было не положено детей. Он в конце концов отдал этот фрукт корове, корова родила Гокарнаджи Махараджа. То есть все это, а как своего сына он на воспитание взял сына своей сестры, который впоследствии принес ему много страданий. Итак, Читракета Махарадж. История с Читракета Махараджем. Там был уже не фрукт, а парамания, то есть сладкий рис.
десерт. И действительно его, то есть этот десерт был, он отдал его своей первой жене, их было несколько, родился ребенок, но впоследствии из-за того, что царь стал проявлять больше внимания первой жене, из-за того, что у нее родился ребенок, остальные царицы из зависти решили убить сына, отравить. Узнав о том, что его сын оставил тело, царь был поражен. Он так сокрушался, что на его страдания вновь пришли Нарада, Риши и пришел Нарада Риши и призвал душу сына, чтобы тот ожил. Зачем ты сейчас ушел? У тебя, у твоего отца целое королевство. Живи и наслаждайся. Зачем ты ушел? А тот ответил: кто отец, кто мать? Да вот же твой отец и мать, они ж плачут. Вернись, наслаждайся жизнью в их семье. А тот сказал: кто отец, кто мать? Я уже раздал тут по долгам, и сейчас я отправляюсь в другое место. Увидев это, царь прекратил печалиться. Он осознал. То есть это служит подтверждением моим вышесказанным словам о том, что жители высших планет сопереживают нам, людям, которые погружены в страдания. Они приходят сюда, чтобы помочь. Конечно, не каждому, а определенным личностям. Итак, это очень важно понимать, что мы рождаемся в соответствии со своими самскарами, тем не менее. Я, конечно, сейчас говорил о Риши и Муни, которые стремятся помочь нам, но в большинстве своем я хочу сказать о вайшнавах, что вайшнавы всегда готовы, всегда хотят прийти нам на помощь, совершенно бескорыстно. А, к примеру, посмотрите на Шанкар Бхагавана. Он постоянно ищет способы помочь нам. В Бхагаватам содержится много свидетельств этому. Да, порой Шанкар Бхагаван обманывает, но он обманывает лишь тех, кто сам по природе обманщик. Джагат Прия Кароу. Люди не заинтересованы в абсолютном благе. Они хотят каких-то временных выгод. Хотят собственность, хотят положение в обществе, хотят уважение, почет. Они настолько слепы, что даже вновь и вновь, слушая, что жизнь временна, что она может оборваться в любой момент, они не прислушиваются к этим словам. То есть они слушают в обществе преданных, казалось бы, и слушают, но потом уходят в какое-то другое место, и там ведут себя в соответствии с нормами того места, то есть как это было в случае с Мукундой. Но Махапрабху не простил Мукунду.
То есть проблема ваших душ в том, что они хоть и получают благо, абсолютное благо, они не готовы его принять. По беспричинной милости Гауранги Нитьянанды. Посмотрите, Нитьянанде даже разбили лоб. Кровь хлынула из его лба. Но он не ожесточился, он продолжил раздавать свою милость. Итак, конечные слова, заключительные слова в этой шлоке — Ванде. То есть Вриндаван Дас Такур поклоняется Господу Чайтанье и Господе Нитьянанде. Самое последнее слово нужно широко объяснить, подробно объяснить, поскольку оно объясняет всю книгу, то есть всю Чайтанья Бхагавату. В них содержится значение всей Чайтанья Бхагаваты. Итак, они говорят о том, что Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда пришли в этот материальный мир из-за беспричинной милости. И то, как они распространяли эту свою беспричинную милость, объясняет вся Чайтанья Бхагавата. Объясняется на протяжении всей Чайтанья Бхагаваты. Следующая шлока также очень важна. Завтра мы поговорим о ней. Я не могу перескакивать, потому что мы не сможем углубиться в таком случае. Поэтому запаситесь терпением. Каруна, милость не сравнится с милостью отца, матери, учителя, какого бы то ни было духовного лидера, даже с, Мадхава, с милостью Мадхавачарьи, Нимбарка Ачарьи. Она уникальна, нет ей подобных. Она доступна лишь век Кали. А вечером наша вечерняя тема — несравненная милость. Гуру и Вайшнавам присуще качество, которое называется каруна. Глядя на нас, они испытывают боль. Глядя на наши страдания, они страдают сами. Они сострадательны. Я помогу вам, стремятся они избавить джив от их мучений. Итак, каруна очень важна для нас. Если Господь, Гуру и Вайшнавы позволят мне, я продолжу говорить завтра. Субтитры создавал DimaTorzok